Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Ссылочки в описании. Сегодня 29 сентября. У нас облачно, но с прояснениями. Светит солнышко и достаточно тепло. Около 20 градусов. Водичка хорошая, температура воды порядка 22-23, люди даже купаются, смотрите, и выгорают сегодня. Все вышли и на пляж, и на набережную, так что сегодня замечательно. Дождя, надеюсь, не ожидается. И море спокойное и прозрачное. Так и манит искупаться. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!